Стоял прекрасный летний денек. Мы с подружками собрались посмотреть, ладят ли наши питомцы так же хорошо, как мы. Это был своего рода эксперимент. И тут в дело вступаю я. Но сначала я их всех удивила. Подарками. Эми – шлем с видеокамерой. Стефани – робот-тренажер для тенниса, который я также запрограммировала на подачу десертов. Для Мии я сделала скейтборд с мини-скейтбордом, чтобы они с Тофи могли кататься вместе. А Андреа стала обладательницей колонок, которые активизируются по датчику движения и играют музыку, отвечающую энергии в комнате. Мы хотели, чтобы Зоба записал наш эксперимент. Но затем Эмма привела веский аргумент. Она сказала, что нужны различные точки зрения. Тогда я разобрала ее видеошлем и прикрепила по камере на каждого из питомцев. Все шло по плану, нам оставалось лишь ждать. Уверена, наши питомцы занимаются тем же, чем и мы. Наслаждаются днем. Это так здорово! Просто общаться, отдыхать. Что с тобой? Что здесь происходит? Бедняга Дейзи. Думаю, она не смогла устоять перед аппетитно-морковным цветом кнопки, запускающей теннисные мячики. Я не знаю. Тофи еще ни одного теннисного мяча не пропустил. Эй, Тофи, может, и любит теннисные мячики, но он знает, когда играть, а когда нет. К тому же, я думаю, Клео хочет нам что-то сказать. Повторяй за мной. Это была я. Эй, без подсказок. И если мы ищем виновного, это мог быть и Зоба. Хватит! Вместо того, чтобы гадать, давайте посмотрим записи и узнаем, кто это сделал. Мы переместились в мою лабораторию, чтобы посмотреть записи. Время истинных фактов. Стефани, какая же классная, замечательная идея посыпать кексики семечками. Это сделало их особенно вкусными. Я их ничем не посыпала. Режим уборки. Режим уборки. Уборка завершена. Так это ты? Как просто невероятно! Вы посмотрите. О, они напоминают нам, как поступают настоящие друзья. Помогают друг другу вместо того, чтобы обвинять. Это вышло случайно. Ненавижу, когда моя собака умнее меня. Можно сказать, что наши питомцы прошли проверку на дружбу. Согласно анализу данных, они такие же друзья, как и мы. Дружба – это великая вещь.